Друзья, привет! Решил поменять резину на машине. Лето на зиму. Вот все вытащил. А тут у нас погодка прям не позволяет что-то. То снег, то ли град. Вот как крупа какая-то идет. Сейчас вроде по этот дождь пошел. А изначально началось как крупа все. Он опять начинается. Как вроде дождь, что ли. Ладно. Подождем. Все равно перебываться уже пора, везде заморозки. Вот моя резина на зиму. Шипов, конечно, в ней нет. Практически. Друзья, сложился там крат. Сам поменять не смогу. Поеду на сервис. Загружаем колеса. А что там, и балансировочку сделают, и давленицы, и все хорошо. Конечно, и сам это мог, если бы застучали, съездил на балансировочку. Но, увы и ах, как видите, меня подвел домкрат. Сейчас к Толяну на сервис съезжу. Мне все замутит, все сделает. Как положено. Вот так вот так. Ну все, я собираюсь и выезжаю в сервис. Экспериментальный шпионский. Я представляю, если бы я сейчас сад видел колеса. Дождь идет. Было бы нехорошо. Чужом, уж новые увлечения.
Чуть-чуть не успели. Не надо торопиться, некоторые проскакивают на желтый. Идиоты, блядь, больше не могу их никак назвать. Он Дастер выезжает, прикольно. Подсветочка на колесах. Прикольненько.
друзья, почти приехали. Еще и велосипедисты ездят. Друзья, даже в шиномонтаже говорят одевать маску. Так что одеваем и идем. Ну вот, вывесили машину, будем менять колеса. Погода не айс. Ну вот и переобули мы машину к зиме. Так что нормально. Сами видите, какая погода, я бы сам не смог поменять. Да еще и домкрат сломался. Все, всем пока.